вітаю! Це програма «Діалог». І сьогодні гість нашої студії – депутат Миколаївської міської ради від партії «Наш край» Владислав Єнтін. Вітаю вас, Владиславе Олеговичу. Розпочнемо з питання про роботу нещодавньої сесії Миколаївської міської ради. Розкажіть, як ви її оцінюєте? Ну, сесія, немножко, скажем так, получилась неудачной из-за того, что городской голова до сессии принял решение, что часть вопросов, которые были, находились в повестке дня, нужно их было исключить. И, соответственно, из-за этого как бы начался весь этот, скажем так, сыр-бор по поводу принятия повестки дня. Что касается самого проекта решения подготовки на сессию, то, как и всегда, он был подготовлен аппаратом Совета, что ходит в, скажем так, в видении секретаря городского совета, то он был подготовлен, на мою, скажем так, на мое мнение, что довольно-таки профессионально, а те, ну, ряд вопросов, которые мы хотели дополнительно включить в повестку дня, то оно как бы соответствует действительности. То, что как бы мэр немножко увел депутатов не в то русло, ну, это вот как бы результат тех 6 часов, которые, скажем так, длилась повестка дня. Плюс наболевшие вопросы, которые касались непосредственно увольнения, они же как раз в, скажем так, в период принятия повестки, они включались дополнительно на то, чтобы дать, предоставить слово работникам коммунального предприятия «Океана», для того, чтобы они разъяснили ситуацию, которая произошла на их предприятии по поводу увольнения директора. Поэтому как бы вот все это вмешательство мэра как бы привело вот к такой вот задержке и переносам, соответственно, на сессию. Тобто можна сказати, що між депутатським корпусом та мером немає взаєморозуміння, так? По большому счету нету. Є как бы ситуативне как бы большинство у мера. Ну, как правило, даже как бы люди, которые, ну, иногда верят его словам, немножко попадают в другое, скажем так, измерение, когда они приходят на сессию и видят о том, что немножко слова расходятся с делом. То есть, если мы укрепляем свои позиции как город с коммунальными предприятиями, имеем на это влияние, и мы работаем и предоставляем горожанам услугу, то это одно. А когда мы сегодня говорим одно, а делаем другое и увольняем тех руководителей, которые действительно достойно выполняют свою работу, которым нету замечаний ни со стороны депутатского корпуса, нету замечаний со стороны жителей города Николаева. И как мэр Александр Синькевич заявляет о том, что он заключает контракт и он вправе самостоятельно его разорвать, даже без на то основательных причин. Вы же видели сами выступление Макартычана, который не мог четко, конкретно и внятно сказать по поводу чего был уволен директор коммунального предприятия. Так, взагалі, на 5 листах здесь расписано. А в тех 5 листах были одни ссылки на нормативные документы, на какие-то непонятные. И одна была только фраза в связи с тем, что было не вовремя подан на исполком прогнозирование бюджета там, коммунального предприятия, финплана. Из-за этого он был уволен. При этом сам директор коммунального предприятия предоставил и депутатам, и городскому главе о том, что он был сдан при всех тех усилиях, которые он, скажем так, как правильно сказать, он ходил 5 дней в департамент ЖКХ, чтобы сдать свой финплан. И при этом несколько дней его охранники не пускали в департамент ЖКХ, несколько дней канцелярия закрывалась перед тем, как он приходил сдавать этот финплан, но в конечном итоге он его сдал, то есть вовремя. И мы как бы увидели тот перечень документов, на который ссылался городской голова в своем распоряжении, то он не соответствует действительности. То есть, а очередной раз это будут судебные тяжбы, как и по другим директорам коммунальных предприятий, по которым он принял решение увольнять, и все это закончилось судебными решениями, не в пользу мэра. И в большинстве вот эти вот решения, они стали, послужили тем импичментом, за который мы голосовали в 2016 году, о том, что мэр не выполняет свои функциональные обязанности.
Я пропоную перейти ще до такого досить актуального наразі питання. Це бюджет 2019 року. От розкажіть, яка зараз ситуація? Ситуація з бюджетом нікакая. Тобто на сьогоднішній день нету його ні в черновому виді, нету його ні у глав фракції, нету його сьогодні даже в, скажем так, в самому зданні горосполкома. Почему? Потому что если бы он хотя бы был бы в черновом варианте, то мы бы уже имели бы к нему доступ и смотрели, что прогнозируется на 2019 год. Но судя по всему, так как это все, так скажем так, завуалировано, то такое ощущение, что в принципе как бы бюджет хотят принять под себя. Соответственно, многих депутатов это сегодня как бы, ну, волнует, и я считаю, что есть вероятность срыва принятия бюджета на 2019 год. То есть это будет работа всех предприятий, коммунальных предприятий, которые дотируются из городского бюджета, управлений, департаментов, самого, скажем так, исполкома, то это будет, скорее всего, по 1/12, как и вот сегодня уже к этому готовятся чиновники, потому что бюджет это очень серьезная вещь. И сегодня, как и по прошлому году, бюджет не очень, скажем так, корректно был сформирован. Тем самым как бы было принято решение на сессии о том, чтобы принять бюджет за основу, но с решения комиссии профильной плановой бюджетной те или иные там услуги, те или иные затраты предварительно согласовывать с комиссией. Ну, как бы вот так мы год и прожили. Сложно, конечно, но это, в принципе, как бы я считаю, что нормально, потому что депутаты хоть понимали о том, какие работы выполняются. При этом же все равно, как и городской голова, так же самое его распорядители средств находили варианты и все это меняли решением исполкома. И, например, мы выделяли деньги на один вид там работ, они его переделывали и делали то, что им либо выгодно, либо то, что им там нужно в первую очередь. Ну, как бы есть, скажем, противостояние, поэтому как бы вот поэтому так оно и все принимается. Угу. Що стосується виконкому Миколаївської міської ради, я так розумію, ви вважаєте за потрібне переобрати склад виконкому. Чому? Ну, це как бы не моя прихоть, это уже об этом поговорят многие депутаты. Дело в том, что, ну, состав исполкома как бы хоть и он был изменен частично в 2017 году. Есть люди, которые, скажем так, далеки от планирования, далеки немножко от того, как на сегодняшний день происходит управление городом. И тем самым бы хотелось бы все-таки изменить состав исполкома на людей, которые более, скажем так, ответственно будут относиться к тем решениям, которые принимаются на исполкоме. Потому что вы видите, сегодня со специалистами очень, скажем так, плохо. Сегодня приоритетом для местной власти оказались люди, которые им подконтрольны, либо же люди, которые делают так, как хочет либо городской голова, либо его профильные заместители. И мы сегодня видим полностью разрытый город Николаев, при том, что мы даже, скажем так, собрались на внеочередную сессию, приняли решение по бюджету на выделение денег на Лескову, на замену коллектора, и до сегодняшнего дня эта замена не проведена. Так же самое уже начались другие ремонты коллекторов. Тоже такая же самая ситуация. К 4-й больнице, горбольнице, вообще транспорт не может нормально подъехать, потому что там все перерыто практически с четырех сторон. Если уже нельзя проехать возле департамента жилищно-коммунального хозяйства, когда даже в самые сложные времена там находятся одни из самых, ну, основных магистральных там труб, и сегодня там нельзя проехать, то это говорит о том, что сегодня нет у нас специалистов, у нас есть сегодня просто царьки, которые работают в департаменте ЖКХ, либо в других коммунальных предприятиях, которые выполняют те или иные задачи, которые ставят перед ними городской голова. А работы фактически я вот сегодня, ну, как бы вижу, есть, но не в таком объеме и не в том качестве, в котором оно должно быть.
Более того, я поднимал неоднократно, это уже на протяжении 2 лет, я поднимаю вопрос и как на комиссии, и как на сессии городского совета по поводу технадзора. У нас сегодня не было бы проблем ни с дорогами, ни с качеством там, магистралей, там, с крышами, о которых говорится на каждой сессии городского совета, если бы у нас был независимый технический надзор. У нас сегодня зависимый технический надзор, который находится при департаменте ЖКХ, и там либо господин Репин, либо там господин Брижаты этими технадзорами крутят как цыган солнцем. И сегодня мы видим по факту, на днях уложенный асфальт пролежал 2 или 3 дня на улице Авангардной, он уже весь потресканный. Одна или две крыши, которые сделали вот буквально недавно, они опять текут. И много таких моментов, которые зависят от технадзора. Я ставил неоднократно задачу перед мэром, чтобы мы заключили договор, департамент ЖКХ заключил договор с независимой компанией, которая имеет право, лицензии, сертификаты, международные сертификаты для того, чтобы осуществлять технический надзор. Что это нам даст? Нам даст это то, что у нас будут качественно выполненные работы, у нас будут качественно проверены сметы, у нас будет качественно выделен бюджет. И мы из-за этого можем получить гораздо выше качество, нежели мы имеем сегодня. Сегодня, где существует технический надзор международный, то качество проверяется настолько сурово, что тот гарантийный срок 5 лет, который есть в договоре, он полностью выдерживается. Если что-то случается, то сам технический надзор тоже проявляет инициативу для того, чтобы компания, которая выполняла работу, чтобы она устранила. А сегодня мы по факту имеем, да, вот нас уверили о том, что технадзор принял работы, подрядчик гарантирует там в течение 3 лет гарантию своей работы. И тут же в город пускаются автомобили, которые идут с перегрузом. Технадзор, подрядчик берут это, фиксируют. И когда приходит наша, скажем так, претензия к подрядчику, к технадзору, они сразу же в аргумент выставляют то, что город фактически пускает машины с перегрузом, тем самым нарушает дорожное покрытие, на которое есть гарантия, но, соответственно, использование дорожного покрытия происходит не по нормам, так как было заключено в договоре. И все, и мы сегодня не имеем ни дорог, не имеем ни бюджета, ну, как бы, по большому счету, и массу негатива со стороны горожан. А самое еще страшное в этой всей ситуации, что чиновники не несут никакой ответственности перед горожанами. Они сегодня несут только ответственность перед теми, кто им в заявлении подписал их заявление на принятие на работу. И, соответственно, те люди, которые обращаются в департамент, они говорят, идите к депутатам. К депутатам они приходят, и мы часами вынуждены объяснять людям о том, что мы уже к распределению средств, заключению договоров, к техническому надзору, к, скажем так, к принятию тех или иных работ не имеем никакого отношения. Люди это понимают, соответственно, этот весь негатив уже, соответственно, переходит на исполнительную власть. Нам бы этого не хотелось. Хотелось бы на этом поставить жирную точку после того, как департамент, либо другие наши профильные предприятия, департаменты, управления заключат договора с независимыми компаниями, которые будут, скажем так, ответственно подходить к принятию тех или иных работ, либо услуг, потому что они отвечают своим сертификатом, они отвечают своим именем. Поэтому я считаю, что в этом направлении мы бы могли снизить как бы и градус, так и поднять, соответственно, качество выполнения работ на территории города Николаева. Дякую вам. І хотілося б повернутися трошки до питання про бюджет. От чи задоволені ви виділенням бюджетних коштів саме на округи? Я этот вопрос поднимаю практически с самого начала 7-го созыва. Дело в том, что идет перекос в этом направлении. Сначала у нас был перекос в том, что больше выделялось средств тем политическим партиям, которые входили, скажем так, в круг мэра. То есть это непосредственно там депутатам от самопомощи. Но у нас в Корабельном районе и так, слава богу, один депутат от самопомощи, как бы. И на сегодняшний день, ну, как бы, немножечко ситуация изменилась. Почему? После того, как мы выдвинули претензию
непосредственно руководителю корабельной администрации о том, что деньги должны выделяться на все округа. Даже на те округа, там, где нет депутатов. Почему? Потому что там тоже живут жители города Николаев. И они тоже приходят, потому что они понимают, что у них нет депутата на округе, они приходят к нам. И они все проблемы, которые у них есть на округе, они их нам высказывают. Соответственно, мы как бы пытаемся их решить. Я скажу, это не секрет, я сегодня и пишу письма, и помогаю по округам, там, где нет депутатов. Там даже где есть кто-то из депутатов, я встречаюсь и как бы объясняю о том, что я хочу помочь этим людям, потому что я имею такую возможность. То ли это там, из депутатских средств, которые выделяются на выполнение своих функциональных обязанностей в течение года, либо это письма, которые дают возможность включить те или иные работы в план бюджета там, на следующий год. Либо в этом году корректируется же бюджет порядка 2 раз в год, и как бы можно в те или иные виды работы включать. И они будут выполняться. Соответственно, как бы хотелось бы, чтобы независимо от есть депутат, нету депутата, депутат от нашего края, либо от самопомощи, чтобы распределение на все округа шло равномерно. Тем самым, опять же, мы будем снижать градус населения там, где нет депутата, и где люди жалуются, пишут в Фейсбуке, пишут в контакт-центр. У меня очень, скажем так, возмутило то, что сегодня создали контакт-центр в Фейсбуке при городском голове. И сегодня многих людей, которые реально хотят решить свою проблему, которые настойчиво пишут туда, их просто блокируют. И они уже туда написать не могут по тем или иным проблемам, которые у них есть. Либо по дому, либо по округу. Поэтому вот как бы хотелось все-таки, как бы, чтобы к бюджету все-таки отнеслись районные администрации более, скажем так, профессионально. Не избирательно, а профессионально. Тогда не будет никаких проблем. И так же само контролировали работу. Так же само районные администрации сегодня большую нагрузку несут в виде выполнения работ. Хотелось бы тоже, чтобы они прислушались к депутатам, чтобы был хоть какой-то малейший диалог, это по поводу технического надзора. Потому что вот у нас в корабельном районе глава администрации Цуканов прислушался, и у нас сегодня там нормальный технический надзор. У нас, я вижу, то освоение средств и выполнение работ, которые были по корабельному району, но они на очень высоком уровне. Это все практически зависит от технического надзора. То есть, если есть хороший контроль, там хорошие дороги, независимо там грузоподъемностью до 20 тонн, свыше 20 тонн. Машины, проезжая по асфальту, не оставляют ни следов выемок, ни асфальт не трескается, то есть, соответственно, как бы работы выполнены хорошо. Поэтому хотелось бы, чтобы больше времени уделялось техническому надзору, и, соответственно, еще ставился вопрос мною на сессии, и большинство депутатов тоже поддержало, это о том, чтобы часть функций департамента ЖКХ отдать на районы. Почему? Потому что сегодня идет перекос. Сегодня районные администрации больше немножко владеют информацией там, по состоянию домов, там, по состоянию там, проездных дорог. То есть часть работ, которые сегодня заключает департамент ЖКХ, хотелось бы видеть его в районах. То есть вот тут, почему мы и говорим о бюджете, что сегодня в бюджет опять набьют в департамент ЖКХ, в котором будет освоение порядка 50%, по этому году больше там не будет, ну пусть будет там до 60%. И то, вот сегодня опять же средства массовой информации высветили о том, что сейчас сегодня заключен договор с подрядчиком на изготовление крыши, до 1 января 2019 года. И я просто не понимаю, как можно сделать ремонт крыши в погодные условия, когда уже на улице мороз, плюс как бы есть уже действительно проблема реальная с выполнением работ. То есть, поэтому администрации это немножечко планируют по-другому. У них на это, скажем так, есть больше возможностей, плюс у них ограниченный район. То есть это не департамент, который по всему городу, скажем так, находят объемы там, либо по заявлениям и начинают делать. То есть это район, в котором четко знают, что у нас в районе там, 400 или 500 домов, мы знаем, сколько у нас аварийных крыш, мы знаем, сколько у нас там проблем по подъездам, по ремонтам, сколько внутриквартальных. И вот этот вот весь объем работы, чтобы делала полностью районная администрация. То есть
видоизменить бюджет департамента ЖКХ, часть отдать на районы. Соответственно, с людьми, которые есть, еще остались несколько специалистов, которые есть в департаменте ЖКХ, так же самое их переводом в районные администрации. И для того, чтобы районная администрация полностью контролировала этот процесс. Это будет намного проще. Потому что вот взять Корабельный район, я даже затрудняюсь сказать, сколько было крыш или объектов сделано по Корабельному району самим департаментом ЖКХ. Практически эта цифра, я не знаю, но меньше там 10% от заявленных. То есть, чтобы вы понимали, в 2017 году от объема крыш по городу в Корабельном районе было сделано всего 5%. То есть перекос. В там Центральном районе было там 25% там было выделено на крыши. 20 там в Ингульском районе и всего 5% было на Корабельном. Поэтому я, как депутат, избиравшийся по Корабельному району, буду отстаивать интересы жителей как Корабельного района в первую очередь, и также жителей города Николаева для того, чтобы не было этих перекосов. Если у нас есть город, есть 4 района, мы должны выделять, соответственно, бюджет 100% по 25% на каждый район. И где будет выполнение в первую очередь, соответственно, перераспределять средства с одного района на другой. То есть, может, мы там за 2 года можем закончить весь там ремонт Корабельного района. То есть, соответственно, там с 2020 года уже пойдет полностью закрытие там Центрального или Заводского района. Все это планируется, но на сегодняшний день мы по факту имеем то, что имеем. Неосвоение бюджетных средств, которые у нас есть, и плохое выполнение работ, которое влечет за собой, то есть опять переделки, нервы людей, материальные затраты, ну, как бы все то, что мы сегодня имеем. Далі пропоную перейти до такої теми, як департамент протидії корупції. От як ви можете охарактеризувати його роботу? Ну, його роботу охарактеризували на днях працівники правоохоронних органів. Був на взятці задержан один із начальників відділів цього нашого департаменту. Що я хочу сказати по поводу департаменту? Діло в тому, що когда я начал озвучивать эту проблему, которая была в департаменте, ну, как бы многие мне не верили, многие воспринимали как, скажем так, мою какую-то нелюбовь к директору. Скажу больше того. С самого начала я знал о том, что оно так закончится. Я знал с самого начала, что оно будет так продолжаться. Почему? Потому что этот департамент фактически нашими руками, обманув нас, депутатов городского совета, потому что мы голосовали за создание этого департамента, мы голосовали за выделение средств. То, что я знаю, сегодня уже не будет голосования по поводу выделения средств для этого департамента, это железно. И фактически нас обманули депутатов о том, что сказали, что у нас будет такой независимый орган, который будет блюсти закон. И сегодня большинство депутатов убедилось в том, о том, что я с самого начала говорил правду, о том, что такой департамент должен существовать только для проверки деклараций, а не в том виде, в котором он есть. Его сегодня нужно расформировать, тот отдел благоустройства, который есть при департаменте, людей отдать на районы, перевести на районы, чтобы в районах был надзор за благоустройством, а в самом департаменте оставить одного или двух человек, которые будут проверять декларации. А то, что сегодня департамент является тем инструментом, который есть у городского головы для того, чтобы расправляться с людьми, которые не входят в его орбиту, то сегодня это факт. И как факт, это сегодня с этого департамента антикоррупционного пошла служебная записка по поводу работы директора КП ДЭС «Океан», который был уволен решением. Это также само с его подачи департамента были выданы еще несколько решений, которые фактически привели к конфликту между депутатским корпусом и городским головой. Поэтому хочется, чтобы все-таки это в 2019 году осталось, все эти проблемы остались в 2018 году, а в 2019 год, я думаю, что мы войдем с нормальным бюджетом, который будет удовлетворять всех горожан, соответственно, и депутатов, которые смогут смело выполнять свои обязательства на округах, ну и, соответственно, как бы с теми позитивами, которые сегодня все-таки мало, но есть в городе Николаеве.
Я вам дуже дякую за цю бесіду. Нашим телеглядачам я нагадаю, що у нас в гостях був депутат Миколаївської міської ради від партії «Наш край» Владислав Єнтін. До побачення та на все добре!